Во-первых, с победой. Как эмоции, как впечатления? Ну, хороший матч. Готовились к тяжелому матчу. Понимали, что будет тяжелая игра. Приехали сюда за победой и настраивались на то, чтобы выиграть. И рады, что задача была на эту игру выполнена, поэтому все довольны. Хороший матч. Расскажи, как ты сделал голевую передачу? Если честно, еще пока так не помню. В динамике там сложно пока сказать, поэтому не помню еще. Позже пересмотришь момент? Да. С чем связаны замены? Подустал, был спазм и попросил замену, потому что начало схватывать там икры, поэтому не смог уже больше. Усталость. Как думаешь, с чем связано, что вначале шотландцы все-таки прижали немножко нас к воротам? Ну, мы ожидали, как бы, что будет давление с первых минут, что они побегут. Просто они играли дома, болельщики, поэтому это было ожидаемо. Мы готовились и знали, что будет. Ну, пропустили быстрый гол, но ничего, исправили положение и выиграли матч. Концовку ты уже смотрел с трибуны. Тяжело психологически все это было наблюдать? Ну, конечно, да. Также переживал за каждый момент. И концовка тяжелая была, да. Как атмосфера на стадионе? Ну, как сказать, умею здесь болеть, поэтому было приятно, скажем, сыграть на таких трибунах, появилось, что ощущения были, конечно, суперские.